Пришло время планировать свой отдых. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова. В нашей редакции мы подготовили топ-3 события грядущих выходных. Прямо сейчас вы узнаете, куда пойдем. На третье место у нас выходит спорт. В эти выходные мы предлагаем поддержать участников чемпионата и первенства Пермского края по армрестлингу. Отметим, на мероприятии будет и наша съемочная группа. Так что приезжайте, делитесь впечатлениями, а потом смотрите себя в эфире Соль ТВ. Второе место мы отдаем ночи искусств. Уже в эту пятницу после 6 часов вечера соликамцы смогут попасть на самоварные истории или повеселиться на музыкальной площадке «Поем вместе». И да, наша съемочная группа тоже там будет. Увидимся в музее. И золото нашего топа выходного дня мы отдаем фабрике смыслов, а точнее событию, которое вас там ждет. И это вечер саксофона. Бронируйте билеты по указанным телефонам. Смотрите Соль ТВ онлайн или по телевизору. И как я всегда говорю, помните, ваш отдых должен быть активным и полезным. Ну а с вами была Евгения Константинова. Увидимся!